Такие трамваи уже вовсю катаются по Барнаулу, но пока без пассажиров. Прежде чем взять попутчиков, трамвай должен проехать не менее 50 километров. Сейчас новые трамваи совершают обкатку. Часть из них уже готовится к выходу на линию. Напомним, 10 трамваев белорусского производства закупили на сумму более 700 миллионов рублей. Ведь электротранспорт в Барнауле пользуется спросом. У нас выходят на линию трамваи. Порядка 100 единиц каждое утро выходит и обслуживает сегодня население. Ну и в среднем 50-55 троллейбусов. 28% всех пассажиропотоков перевозит наша с вами Горэлектротранс. Сейчас в Барнауле средний возраст парка трамвайных вагонов достигает 40 лет. Новые многих удивят удобством и комфортом. Они рассчитаны более чем на 150 мест. 34 из них посадочные. В вагонах есть электронная система оплаты с помощью терминала и USB-порты для зарядки устройств. К тому же трамваи хорошо приспособлены к суровой сибирской погоде. Вагон нагревается очень быстро, 3 этапа у него подогрева. И летом, я надеюсь, что барнаульцы оценят, потому что кондиционер идет у нас на весь салон от кабины и до самого хвоста. То есть будет очень комфортно. Из кабины водителя есть адресное открывание. Ну вот, например, мы охладили воздух для того, чтобы он быстро не ушел в никуда. Водитель дает адресное открытие, и пассажир из салона, если он будет один только на выход, он откроет одну дверь. И точно так же можно зимой беречь тепло. Можете выйти во вторые двери и подойти с улицы, ткнуть ее с улицы. Хотела бы отметить очень важный момент, что эти вагоны сегодня будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, колясочниками. Но если мы будем говорить о чешских Татрах, то они не были оборудованы под это. И я очень рада, что горожане теперь могут этим воспользоваться. Для водителей тоже много преимуществ. Кстати, для работы на новых трамваях отобраны лучшие, со стажем. Обучение проходят 36 часов. Это 3 12-часовые смены. В кабине очень удобно. Но даже взять кресло и поворотное, оно с подогревом, подлокотники регулируются, спинка, само сиденье. Сидеть очень комфортно. Что касается пульта управления, удобно. Водителям нравится всем. Все под рукой. Салон мы здесь полностью просматриваем. Движение задним ходом мы видим. Плюс система управления вагоном, сам джойстик, он стоит прямо на подлокотнике. То есть отодвинулся, ты все равно достаешь очень комфортно. Прокатиться на новеньких трамваях по улицам краевой столицы барнаульцы смогут уже завтра, 1 февраля. Запустят 3 трамвая, остальные 7 выйдут на линию не позднее середины февраля. Вагоны будут ездить по маршруту номер 1 и 7. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.